Зручний одяг для школи – важливе питання як для дітей, так і для їхніх батьків. Отож, що краще придбати для того, щоб носити у школі, так, окрім того вбрання, яке вже у вас є, можливо, бо всі вже пішли до школи. Запитаємо у стилістки, яка прийшла до нашої студії, це Тетяна Старцева. Раді вас вітати у нашій студії, пані Тетяно. Отож, діти вже пішли до школи, звичайно, у них є якийсь набір одягу, але ж хочеться, щоб одяг був зручним, комфортним якомога більше і, звичайно ж, стильним на сьогодні, бо вже теж ці умови вкладаються в поняття звичайного ділового стилю школяра. Отож, що ви порекомендуєте і, якщо так загалом, то який же обрати стиль для школи? Здравствуйте, Юлія, очень приятно бути сьогодні в вашій студії. Конечно же, безусловно, на сегодняшний день школьная форма должна быть не только комфортной и удобной, она еще должна быть и стильной. Но в первую очередь, конечно же, я за комфорт, и как все родители, наверное. И нужно выбирать обязательно, чтобы, особенно то, что находится близко к телу, рубашки, блузки были из натуральных тканей. Это очень важно, потому что ребенку в этом находиться практически целый день. Кожа должна дышать. Ему должно быть комфортно. Так, предпочтительно, да, выбирать, чтобы блузки, рубашки были из хлопка, либо из вискозы. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день производители экономят. И когда ты сталкиваешься вот с шопингами не только для взрослых, но и для малышей, понимаешь, что очень много вот такого полиэстера, в котором, ну, ребенку, естественно, будет целый день находиться просто невозможно. Так, мы выбираем якомога натуральніші види тканин, так, и намагаємось навіть трошки переплатити, якщо треба, але щоб дитині було комфортно, зручно, щоб вона була здоровою, так? По итогу я хочу сказать, что переплачиваем мы тогда, когда пытаемся как раз вот сэкономить на качестве одежды. Потому что действительно качественная одежда, она прослужит в течение года. А то, что вот мы покупаем в надежде, что мы сэкономим, по итогу такая одежда очень быстро выстирывается, она не выдерживает несколько стирок, быстро либо линяет, либо теряет свой первоначальный вид. И, ну, такая вот, на самом деле, плохая экономия, в кавычках. До речи, так, це, с этим все погоджуются, кто здесь штовхнулся с этим питанием. Але кажуть, ну, мы же не такие уже богатые. Богатые. Але не такие богатые, аби купувати дешевые вещи. Це правда, так? Так и треба розуміти. Особливо, якщо це стосується здоров'я. Здорова дитина повинна носити якісні, комфортні речі. Це обов'язково. Колір. Колір та стиль. Зараз є школи, які обрали для себе шкільну форму. Вони окремо її презентують і роблять акцент на неї. А є школи, які обрали просто діловий стиль. Тобто це білий верх і чорний низ. Взагалі, звідки пішла така тенденція залишати білий верх та чорний низ? Чому вона так сформована в усьому світі? І чому ми обрали теж її як приклад? На самом деле, вот сколько я пыталась изучать и понять, вот откуда это идет белый верх, черный низ, на самом деле это немножко такое ошибочное, это, ну, распространенный такой стереотип, которого, ну, на самом деле те же психологи не рекомендуют придерживаться. Почему? Вот хотя мы с вами сегодня тоже в такой контрастной одежде, черная и белая, это очень высокий контраст, и, ну, мы с вами хотя бы можем, сегодня я выбрала черное с белым, завтра я надела на себя что-то другое. Когда же школьника запирают вот в эти вот рамки, и он изо дня в день ходит в черно-белой одежде, то, как выясняется психологами, что такой высокий контраст, он может даже влиять на психику, вызывать, да, депрессию у ребенка, особенно вот наличие обилия этого черного цвета. Поэтому психологи рекомендуют все же, не только это касается школьной формы, это касается, в принципе, делового классического стиля, потому что такой вот яркий контраст, резкий, он даже, когда изучаешь деловой стиль для руководителей, что такой контраст, он вызывает у собеседника какое-то вот чувство замкнутости, агрессии даже. Ничего себе, так, треба теж взяти до уваги, тому що чорний контрастний і білий. Ну, справді, це такі два яскраві кольори, абсолютно протилежні. Один може чисто білим бути, так, інший чисто чорним, і вже є розуміння. Це абсолютно, да, противоположно. От якщо взяти спектр цвітового луча, то це абсолютно противоположно. В одному, от він повністю нет цвіта, в другому все цвета, вот он яркий, белый.
А що тоді, який тоді колір обрати, щоб не було депресії і щоб дитина комфортно себе почувала і не відходити від ділового стилю? Рекомендуються м'які нейтральні оттінки, тобто це темно-сині, які дуже часто використовуються в діловому світі. Це як цвіт, який викликає довір'я. Цвет доверия. Ну вот мы зараз бачимо такую подборку. Да, я как раз делала такую подборку, чтобы показать, что это не только черное с белым. Это можно взять серый. Вот как раз серый рекомендуется, темно-синий рекомендуется, бежевый рекомендуется, бордовый. То есть уходить от вот этого вот общепринятого понятия делового стиля, что это только черное с белым. Угу. Нет, существует множество спокойных базовых оттенков, тот же коричневый, бежевый цвет, даже рубашка и блузка, белая считается это яркий, такой вот нарядный. На 1 сентября, на какие-то школьные праздники, для когда там фотосессия в классе определенная. А на каждый день все-таки рекомендуется, ну, во-первых, за белым очень сложно ухаживать. Поэтому нужно попрать, конечно, да. День, так, и белый цвет, он все-таки, он утрачивает свою вот эту вот изначальную белизну. Ну, и тут не напасешься этих рубашек на школьников, согласитесь. Звичайно. Ну, и мне дуже подобається, що є такі вкраплені, от ми бачили тільки що вкраплені жовтого такого охри, трошки, може бути беж, наприклад, чи червоний, теж досить таки непогано виглядається. І діловий, так, стиль, ділова презентація дитини, і ми підкреслюємо якісь особливості, тобто ми додаємо. Так, в той же час є якась індивідуальність, ребенок може сам вибрати. Є такі школи, в яких вже якась форма определенно вибрана, а в яких-то вот придерживаться ділового стиля, ну, на вибір там родителей і дітей. І таким образом ребенок може сам вибрати, як підчеркнути свою індивідуальність, не тільки з допомогою аксесуарів, а навіть з допомогою того ж цвіту в школьній формі. Так, але треба ще розуміти, що повинно бути в основі ділового стилю. Це фасонище, так? Це блуза чи рубашка, наприклад. Це можуть бути жилет, може бути піджак, так? Брюки, спідничка для дівчинки. Конечно, да. Деловой стиль – это, прежде всего, обычные базового кроя вещи, лаконичные, без лишних украшательств. Для девочек это обязательно сарафан, платье, юбка, жакет, блейзер. Для мальчика это, естественно, брюки, либо вот когда брюки, жилет, естественно. Если школа не придерживается какого-то такого официального дресс-кода и есть какое-то послабление, то это могут быть брюки чиносы, слаксы или даже джинсы, там определенные темно-синие или графитовые расцветки. Ну так, а справді діти ніби з одного боку не повинні виділятись, а вчитись і брати до уваги лише знання там і те, що потрібно в школі, так, щоб було. Але ж діти все одно індивідуальні і вони дивляться один на одного, хто в чому прийшов, яке взуття, особливо дівчатка старшого віку, вони вже починають фарбуватись, десь щось додавати до свого гардеробу, щось можливо там із аксесуарів, а ви принесли аксесуар. І хочеться розпитати, які ж саме аксесуари можуть підкреслити ваш діловий образ, а якими краще не користуватися? Ну, то, что касается не користуватися, тут я, конечно, показала аксесуары, которые больше подойдут для школьниц старшего возраста, старшеклассниц, там, студенток и так далее. Девочкам, которые вот начальные на какие-то начальные классы, но все равно я очень часто от своих тех же подружек слышу, что девочки очень, они такие, мы же девочки, да, мы хотим как-то выделиться, да, говорят, мама, я не надену, вот, допустим, вот эти вот туфли сюда не подходят и так далее. Девочкам бантики, ну, бантики какие? Не обязательно белые, это могут быть какие-то ленты цветные, твилли, сейчас всевозможные резинки есть, которые вот с такими вот кончиками, словно эта косыночка завязанная, очень удобно использовать в повседневной жизни для девочек. І всевозможні заколочки. От я там далі зробила подборку. Ой, так гарно це виглядає. Уявляєте, дівчинку, так, але це треба час витрати для того, щоб дівчинку ось так вдягнути, зробити їй зачіску. Мами стараються це робити, кожного ранку встають трошки раніше і можуть зробити собі зачіску і собі, і дитині. І ось такі аксесуари для того, щоб підкреслити красу волосся, можна додати. Так, це дуже так відживлює наш образ, додає шарму. К тому же, любая девочка, она чувствует себя более уверенно, когда она себя вот украшает на свой выбор какими-то такими вот аксессуарами. И вони, до речі, не такі вже і яскраві. Вони дуже гармонійно виглядають, вони не довольно сдержанные, да.
С приводу ось тих, що у вас є, розкажіть трошки про них. Вот хочу показать, допустим, сейчас в нынешнем сезоне очень актуальны вот такие вот из мелкого бисера всевозможные такие вот украшения, которые можно добавлять на шею, которые освежат ту же ежедневную рубашку. Девочкам постарше можно вот такие вот использовать крупные цепи, которые сейчас тоже очень актуальны. Жемчуг. Жемчуг – это то, что актуально вне времени. Это такая классика, которую можно оживить и какой-то деловой образ, и использовать его вечерним. Главное, чтобы вчителі дозволили. Безусловно. Вот это же как раз речь идет о том, что если в школе есть какие-то послабления, тут уже нужно исходить из того, где какой дресс-код, где как относится старшее поколение. Так, звичайно. Если позволительно, то почему бы нет? Можно использовать вот обычные, пожалуйста, ободки. В них ничего такого предрассудительного нет, но в то же время есть ободки из кожзама, из какого-то текстиля, из бархата. Они и всевозможных цветов. Тут девочка тоже может выбрать по своему вкусу и усмотрению. Платки. Что мы можем делать с платками? Ой, это взагалі такая тема цікава. Взагалі таку хусточку можно повесить на шею. Можно сделать ее можно завязать как галстук, да, как на шейный платок. Вот мы повязываем вот. Дуже гарно, до речі. І, вам і у нас как бы сразу же, естественно, красивый. Образ у нас такой вот, оживленный становится. Такой платочек можно повязать на рюкзак, на сумку, обернуть ручку сумки. Допустим, у нас все черное или там темно-синее, а такой платок оживит образ. Можно повязать как браслет на руку, завязать его так. Можно его вместо ремня вставить в брюки, в джинсы. Если допускается в школе, опять же, вот таким вот образом. И, конечно же, на образы, вернее, на волосы завязывать, вплетать в косу, завязывать на хвост. И таким образом тоже немножечко оживлять свой деловой Пані образ. Пані Тетяна, а от скажіть, зараз справді є багато різних варіацій, і немає таких жорстких правил і жорстких рамок. І мода дозволяє все. Действительно, мы живем с вами в очень удобное, я считаю, время, когда у нас огромнейший выбор всего. Это касается и обуви, это касается и одежды. Есть какая-то вот основа актуальности. Актуальности, даже вот тренды и актуальные вещи – это не одно и то же. Потому что тренды – это что-то мимолетное, которое пришло и ушло. А актуальный фасон, он держится 5-7 лет в среднем. Поэтому достаточно быть в потоке, знать о каких-то трендах, возможно, их и применять, если это тренд тебе откликается. Но выбирать ты можешь по своему вкусу и усмотрению. Мы сегодня не ограничены, какую обувь носить. То ли это на толстом каблуке, то ли это на тонком, то ли это будет квадратный, остромодный какой-то там мыс, или это будет классические балетки. То есть... Все, варіантів багато. А з приводу взуття теж хочеться, щоб діти мали змогу комфортно ходити в школі, щоб не було підборів, можливо, високих, але ж дівчатка захочуть, можливо, так? Ваші рекомендації, чи треба, чи можливо перейти зовсім на пласку, на пласке взуття, так, і не використовувати підбори? Ну, то, что касается обуви, я в первую очередь скажу, что хочется отметить, чтобы родители услышали, и дети, которые вот уже сами самостоятельно себе что-то выбирают, обязательно выбирайте обувь размер в размер, возможно, чуть-чуть там она должна быть свободной, но ни в коем случае, я вот слышу, когда мамы стараются, да, вот там от образа я подбирала, и есть уже обувь какая-то. Дуже гарні, до речі, такі образи для будь-якого ділового стилю. Дуже стримано, гарно, гама витримана. То есть деловой стиль, он в первую очередь отличается именно какими-то базовыми оттенками, сдержанными. То, что не отвлекает нас от учебы, от работы и так далее. И вот видите, в этих образах указана и обувь, как классическая, так и спортивная. Спортивной обувью мы можем разбавлять деловые свои образы. В то же время это удобно. То, что касается каблуков, не рекомендуется, конечно же, носить каблуки. Они могут быть небольшими, но и совсем плоская подошва даже ортопедами не рекомендуется. То есть, видите, даже лоферы, вот у девушки, девочка в костюме, в клетку, у нее лоферы на грубой подошве, и каблук есть. То есть 3-4 сантиметра – это тот каблук, который рекомендуется ортопедами, чтобы у нас правильно формировалась стопа, что особенно важно в детском возрасте. И опять я вернусь, хотела договорить, что не надо покупать детям обувь на вырост. Лучше не экономить на этом.
потому что нога может неправильно формироваться. Ну, тут я делала подборочку, что такое актуальная обувь, какая она есть. Мэри Джейн – это туфли с перепонками, но более высокий каблук – это все же, конечно, для старшеклассниц, если позволительно, если им удобно. А так, такие туфли есть как на плоской подошве с минимальным каблучком, так и на таком усредненном. Мне кажется, что 4-6 сантиметров – это максимальный каблук, который вот, в котором удобно ходить каждый день. Звісно, так. Вони ще встигнуть, якщо захочуть походити на високих підборах в школі, нехай формується правильна стопа, правильно, щоб не було потім проблем. І сформувавши такі здорові ніжки, дівчатка будуть краще себе почувати. Але ж, як кажуть старшокласниці, дуже часто чуємо, що ось не навчилася, не навчилася. Вчилася я ходити на підборах, і як тепер бути в житті, тобто треба сформувати ще ходу правильно. Але мені здається, що можна сформувати і носячи і трошки менші підбори, так, 4-6 сантиметрів достатньо для того, щоб можна було сформувати свою правильну ходу. Безусловно, звісно ж. Я вам хочу сказати, що вот себя помню в студенчестве, когда очень хотелось поносить высокий каблук, хотелось побыстрее повзрослеть. Вот сейчас уже сталкиваешься с какими-то такими проблемами, когда понимаешь, что ну, не следовало вот слишком часто носить. Во всяком случае, все должно быть уместно. Уместность – это в первую очередь, чему должны научиться наши дети, школьники, студенты и так далее. Пані Тетяно, знаєте, стільки ми сьогодні пригадали, багато чого розглянули просто, так, діловий стиль, яким він може бути, від чого краще відходити, тому що можуть бути якісь проблеми, так, зі здоров'ям, з психічним нашим станом. Тому краще звертати увагу на цілісність, на гармонійність нашого образу, так, щоб виглядало це добре, щоб не було якихось зайвих аксесуарів, щоб дитина комфортно себе почувала. Ну, і якщо хочеться додати чогось, якоїсь родзиночки, то треба її додавати, але дивіться, наскільки ми додаємо, так? Наскільки це буде виглядати комфортно і чи умісно. Так, чи це можна приміняти у нашому діловому стилі. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, розглянули і аксесуари, і за цю підборку, яку ви зробили. Справді є варіанти, на які краще би звернути увагу. І, ну, і, звичайно ж, хочеться, щоб наші діти почувалися завжди добре, впевнено, в першу чергу, і щоб їм та форма личила, і, звичайно, щоб вона додавала лише здоров'я. Тож, зустрінемось за декілька хвилин, не перемикайтесь.